Да, там буквально за 4 минуты до конца получили преимущество. Ну там мы уже говорили. Давай посмотрим. О, момент добивания. И добрый вечер, говорит Павел Карнаухов. Болельщикам своей команды. 4-1 преимущество ЦСКА. Старается уже критическим для Локомотива. Ну, я думаю, что уже все. Бросок Нестерова, и там на добивании один находится Карнаухов. Близко никого нет. Не успел Красковский к нему, но вот с этого ракурса будет лучше видно. Разевали. Ну и Карнаухов выиграл вбрасывание и сам же пошел на пятак. И вот один оказался. Голевое чутье его не подвело, оказался там, где нужно. Вообще и перед воротами Карнаухов один из лучших нашей лиги.